Ага. Здорово! Витёк здесь, и это снова Виктор Реактор! Видали? Я вот до факбума как очки спёр, так его сразу забанили. Застрайкали. Но ничего, я думаю, выгребет, справится, сдюжит мужик. А сегодня я иду смотреть Алана Беккера. Я обещал. Я смотрел «Аниматор против анимации». Пять предыдущих серий мы посмотрели, и уже лежала шестая, но первый эпизод. Вот она. Но я не стал ее смотреть, потому что сказал, что давайте-ка мы дождемся второго эпизода и посмотрим два вместе. И вот пришел тот день. Видите, 7 часов назад написано. Выложил он вторую часть шестого эпизода, ну и я сказал, значит сделал. Витек такой. Витек не обманывает. Фух. В общем, сегодня реагируем очень мощно и сильно. Полчаса лютых схваток стикманов со стикманами. Давай, погнали. Завозим. Погнали. Нормально такой 3D лютое вообще. Ууу, лазерный светун. Спас мужика. Кубом стрельнул. Сейчас в лопасть смотри. На. Пикселизировал. А они, это типа они в реальной, в реальном мире, да? И они могут типа сделать что-то пиксельным, типа оцифровать. Так, ладно, сейчас разберемся. Сейчас попадут же, да? Вот это место. Интернет-концентратор. А, вот на этом закончилась, кстати, прошлая серия. Он просто там охренел, воскрес. И мега-супер мощью какой-то. Бау! А там, видишь, окно в компьютер Алана. Алан PC было написано. Это типа агент из Матрицы. Отогнал их. Сейчас ход конем и туда в дырку, смотри. Но попали. Он выжил. Но ему плохо. Но сбил. Я обошел. Летит. Летит! Летит! Давай! В дырку! Ого! Отключил им технику, а этот успел, типа, выключить, да? Сейчас будет столкновение. Смотри, ему он на пофиг уже идет. На таран. Но! Заморозил его просто.
к Алану все-таки. Алан с PC. А тут Алан сидит. Он же помогал. Помогал им победить, помните, да? Стопэ, говорит, я главный. Опа, желтый теперь. Что-то у меня не стыкуется. Ладно, сейчас поймем, я думаю. Нормально. Он стер. Пистолеты раздал. Булаву. Щит. Так, это какая-то страшная пушка. Китайская. Война! Погнали. Они развлекаются, так, я понял. Блок. Ржет над ними. Ага. Пожалуйста, туда, помоги. Там злой. Я с ним драться. Ты же умеешь вот так. Давай. И вот так. Ты. Глазами. Вот так. Такой, чё? Давай, делай. Ну давай же. Погоди, а чёрный это кто? Я что-то потерялся уже. Эй, чел говорит. Все, говорит, я забираю его. Алан такой сидит. Че они там все одинаковые какие-то? А, черный это The Chosen One. Все, понял. Это который из второй серии, да? Или какая там серия была? Просто я не понял, нам вроде показали, что вот он летит, он видит, как рыжий светит вот этим лазером сумасшедшим. Или он типа он вспомнил, как рыжий светил лазером. Потому что он такой все в дымке был, типа он вспомнил, а, вот это место, где рыжий светил лазером. Типа победу нам сделал, да? Он посмотрел на дырку, да? Вспомнил это место, и вот здесь рыжий светил лазером. А этот все забыл, судя по всему. Он просто это воспоминание был. Все, у меня просто вот это никак не стыковалось. Все, теперь стыкнулось. Смотри, какие разные все. Этот какой-то странный. Этот пиксельный. Тот как будто кистью нарисованный, да? Драться туда. Нет, 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 говорит. Он здесь. Привет. Угу.
увеличительное стекло. Снайпер дал. Сейчас попадет. Закоротило. О, карандашик. Он карандаш с собой взял. Сейчас что-то нарисует. Рыба-червяк. О, цветные пацаны тоже здесь. А почему они все забыли-то? Че он только рыб-то рисует? Так, нужны друганы. Сейчас друганы будут, он им все нарисует, я думаю. О, акула. Нифига себе. Выдал акуле по полной программе. Еще одна. Так, слона какого-то нарисовал. Носорога. У него животная тема какая-то. Катана. Или что, это меч какой-то. Он клевый. О, этот Халка включил. Приказ не трогать? Или приказ отдать карандашик? Напряженненько. Толщину палки задает. Фига себе. А у него карандаша нету, кстати, в инструментах. Он, наверное, хочет его заполучить себе, да? Иголку-то надо было вынуть. Клетку его посадил и закрутил. Вот это да. Вот это аттракцион.
О. Ну это ульта. А чё он раньше этого не делал, я не понял. Подловил вообще на паузе, сложил, увез. Встреча двух фотошоперов, да. Графоний прикольный, да? Вот эта анимация плюс 3D такое. Классно выглядит. Этого сейчас какую-то особую камеру, наверное, да? Да, вот она какая-то светящаяся. Которая, видимо, не даст ему колдовать. Такая разношерстная команда, да? Значит, сейчас встретят цветных или нет? А это главгуд? Все понятно. Это тот самый главгад, который был в прошлой серии главгадом. О, сразу следующее. Давай, погнали, без остановочки. Надеюсь, второй эпизод последний, а то как-то будет странно. Да, серый, он просто весь цвет потерял, так-то он вроде красный был. Да, там это разные классы. Это был охотник, бард, воин и этот, как его, спецагент. Это не тот гад? Да елки-палки, это не тот гад, оказывается. Я думал, он просто от старости посидел. А что ты знаешь? Откуда ты знаешь, что это не тот гад? Как по мне, это тот гад. Так, нашел значок. Четвертый чувак, это из игры Пешеход? А, как там, Pedestrian он назывался? Я играл, помню. Ты уверен? Эксперименты будут, да, ставить над карандашом? Давай, рисуй. Давай, говорит, рисуй. Говорит, стирай. У них не получается. Говорит, вот так сделай, говорит.
Не то, говорит. Прикольно. Как ты это делал? Сейчас будут спрашивать, да? Серый идет. Первая серия вся такая экшоновая, здесь, видишь, наоборот так. Мощность уменьшает. Сражение дал. Поместил его в среду симуляции. Нету мощности. Ты же бьешь в пустоту, чел. Не, ну это нечестно. Ну что, поиздеваться, что ли, над ним пришел? Я не понял. Скорость увеличил ему. Видимость убрал. Ну это четырило какой-то серый получается. Просто на читах. Спит. Для чего он это все делает, я не понимаю. Какой смысл? Просто читер? Ему весело читерить? Или что? Вмерз. Я на выход, говорит. А, в смысле, размножить?
весь блок сел, как маг в World of Warcraft. Пяу. Смотри, он с такими заниженными характеристиками все равно сопротивляется. Даже дает отпор. Хитро. Рисовал. Это была акула, ребят, видимо. Это самый первый стикмен черненький. Типа в рамку его поместили, не выйдешь. Бери, говорит, карандаш. Не. Рисуй. Как тогда? Летающая. Смотри, чуть не выдержала. Чуть не сломалось у них все. Кажется, он что-то понял, да? Серый самый первый стикман. Я уже запутался в этих стикманах, ребят. Я столько этих посмотрел. Надо будет вспоминать. Ну или вы мне напомните, в конце концов, в комментариях. Усмирил, да? Серый это самый-самый первый? А-а-а. Я уже и забыл на самом деле, что там было. Сейчас он ему VR-очки наденет.
А, это скан памяти. Сканирует память его. Потеря сигнала. Вот рыжий с красным сражается. У меня, говорит, есть такая мощь. Не смотреть. Желтый. Все, желтый попал. Сейчас его будут искать. Он сейчас сам приедет к ним. Эй, говорит, я нашел вам желтого. Но я чувствую, на этой серии не закончится эпизод, ребят. Без шансов. Так, серый это victim, черный the chosen one, красный с дыркой. The Dark Lord, оранжевый с дыркой, The Second Coming, остальные по цветам называются. Да, вот сейчас я все понял, да. То есть это новый враг получается. А красным интересно, победили или нет? Ведь нифига не понятно, победа была над ним. Может быть еще вернется, нам же так и не показали его смерть. Вдруг он выжил. Вдруг он выжил и типа за наших пойдет опять. Вот это будет любопытно. Красный уже убит. Нет, там не было этого показано. Там как бы, да, выстрел был ультра-мега крутой, но что с красным-то? Его победили, но убит он или нет? Вот в чем вопрос. Алан сказал, победили красного. Ну, победить это не значит, что уничтожить. Ты же понимаешь, это разные вещи. Поэтому кто знает, кто знает, кто знает. Блин, ну, конечно, сильно... В таком напряжении, прям на одном дыхании ты сидишь и... Что будет дальше? Ну, если первая часть была прям экшен, экшен рубилова, вторая часть такая... На подумать. Ну, в общем, Серый обиделся, что его в самой первой части, да, победили. Создал организацию и начал докапываться, как попасть к Алану Бейкеру обратно, чтобы отомстить. Видимо, он хочет уничтожить его компьютер, спалить ему видеокарту и процессор, чтобы ножки у него поотваливались. И термопасту высушить из-под процессора, все. Вот как-то так, скорее всего. Да, сильно. Ну что, надо будет теперь ждать следующий эпизод. Вот так вот. Я думал, это финал уже, а это нет. Ну просто можно было бы тогда назвать... А хрен его знает, как можно было назвать. В общем, разберемся потом. Что ж,
Это был аниматор против анимации 6, эпизод 1 и эпизод 2. Надеюсь, вам понравилось. Подгружайте пальцы вверх под видео. В описании ссылочка на плейлист есть Виктора Реактора. Там можно посмотреть все, что было по аниматор против анимации. Да и не только это, и аниматор против Майнкрафта, и другие реакции. Ну а пока, пока. Приходите на стримы каждый вечер. Да-да. Ну, крутой, крутой ролик же, да? Крутой же, крутой, да? Крутой. Крутой.